Здравствуйте, друзья, гости, подписчики моего канала. С вами Эльвина Дан. И в этой битве мы с вами сыграем на сочетании Харькар огнемет на краске. В общем, блин, не помню на это, как называется эта краска. Но помню, что 10% защищает от рельсы. В общем, я немножечко поиграл, видел, что битва надежная, можно тут поиграть. И начал запись видео. Вот, тут надо врубать Ташечку и убивать этого фрисца. Ну уже фризик. А ну-ка стой, блин. Вот уж башня замораживает этот фриз. Но раньше было намного лучше, потому что он замораживал только корпус, а башню не так-то уж. То есть эффекта не было на башне, заморозки башни. А сейчас эффект так съедает тебя. Уже такой огромный эффект на башне, замораживание башни. Вот, на втором месте это мой 42-й или 43-й летсплей по поводу танка онлайн. Вот, врубим сейчас ТДшечку, так быстро убим. Будем увезти тебя, вот этот Кромик тут, где этот, вот, Гром. Ай, не везет тут, с огнеметом надо М1 играть, а не М0. Но поскольку у меня сейчас нету крисов, собираю я для скидок и для М1. Поэтому пока не надо ничего купить, будем ждать скидочек наших. А когда будут скидки, это уже я не знаю. Ладно, давайте-ка врубим броню. Ой, тебя я не могу убить. То есть, не знаю, может быть я смогу, но вряд ли. Нет, не смогу. Не смогу все-таки убить тебя, мой друг. А вот тебя-то я не смогу. Нет, не я убил, но все-таки было красиво. Кто-то так... Твинс! Умри! Думаю, что тут фриз надо поставить. Это фриза или твинса. Давайте-ка лучше оденем пока что твинсика. Я не знаю. Давайте-ка поставим твинса. Вот. Где же мой твинс? Вот. Поставили твинсика. Сейчас ничего не буду вырубать. Буду убивать этого твинса. Вот. Убил? Нет, все-таки не я убил. На третьем месте уже. Плохо. Плохо дела. Если вижу, что больше нету смысла играть с твинсом, то поменяю на фризика, потому что фризик у нас нагибатор. Просто нагибатор. Вот тут давайте-ка... Ты лагаешь? Да, ты лагаешь все-таки. Да умри ты. Вот, убили тебя. А вот сейчас тебя мы убьем, мой рикошетик. Изверху стреляющий. Ну, нет, не повезло тут. Карта тут полигон. 10 минут до конца битвы. Вот. Я только что закончил смотреть аниме, моя любимая. То есть, нет, не любимая. Пока что я смотрю, не знаю, что будет потом. Называется «Натюрморт в серых тонах». Когда я смотрю аниме, это не мультик. Кто может сказать, что это мультик, я его убью. Это не мультик. Нет! Я хотел эту ремочку взять, но не успел. Ай да блин. Давайте-ка вот ремочка тут. Но, кстати, нам пока что не понадобится. Нам ДДшечка сейчас как хорошо понадобится. Блин! Нет, ненавижу. Если три кнопки ты уже нажимаешь, что ты четвертую не можешь. Не можешь нажимать на клавиши. Вот единственный минус почти в этом. Ты умри ты. Ты тоже. Вот, ты уже в минус себя скинул. Вот уж ненавижу такие моменты. Блин. Вот, где-то тут. Мой папа сказал мне, давай просто... Для интереса я сниму пароль из компьютера. Посмотрим, если ты сможешь хоть сдержаться, не Вестин играть. Но я не Вестин играю, блин. Почему они так говорят? Вестин играешь ты, тебя больше полчаса нельзя играть. То не знаю, нифига так. Неинтересно. Полчасика играю и все. Так же. Почти сниму летсплей и играю в полчасика только
Неделю. Неделю один разок. Играю полчасика, и это, на этом мое приключение с компьютером заканчивается. Вот. Разве это интересно? Так нет, не интересно. Хоть есть там другие игроки, мои друзья, которые весь день почти сидят над компьютером, и они все время, они симусы уже, да блин, что это со мной? Они весь день сидят над компьютером и симусы, но, как сказать, не так-то уж хорошо учиться в школе, потому что вести над компьютером это же ужасно, просто ужасно, и, как сказать, все время сидеть над экранами и играть в ТО, это просто жесть, нельзя так делать, просто нельзя. Вот, тебя мы быстро снесли. Ой, блин, шафтик, вот засранец, повезло шафту. Ну, давайте-ка вот, сейчас здесь я врублю. Да, нет. ТДшечку. Вот, будем бить тебя, огнемет. Нет, я не могу тебя бить. Умри ты отсюда, пошел. Да пошел ты отсюда, огнеметик. Не могу тебя бить. Себя хорошо чувствуешь? Гад! Ну что ж, я сделал тупость ту здесь. Хотел через этой трубы перепрыгнуть. Но все-таки он хоть убил меня. Вот засранец. Ну, не знаю, поставили ли мне рикошетика. Но все-таки нет, Твинс, пусть останется Твинс. Я вообще не снимал, то есть снимал один летсплей с Твинсом, но этот летсплей был тупым, неинтересным. Потому что потом поменял на рикошета. Ну, как вам сказать. Тут когда играешь с сержантами, первыми сержантами. Очень интересно, скажем, там, эти новички вообще, те, которые звонки очень малые, с ними интересно играть, потому что они не так-то уж донаты. И вся игра почти бывает честным. Вот, убил меня этот огнемет. В общем, игра становится не так-то уж. Ой, кто-то там получил звонку. Поздравляем этого игрока. Не знаю, ник, не видел ник. То есть ника не видел я. Вот ты, огнеметик. Опять ты. То есть нет, это не был ты. Не тот огнемет, который все время гонялся за мной. Кромик. Кром. Ой, у меня нету ремочки. Это так же нельзя. Без ремочки это как бы без воздуха одна минута. Вот там падает ремочка. Не успею я взять ремочку. Не успею. Блин, почему три? Как я нажимаю на три кнопки, четвертый уже не работает. Этот на клавише. Вот не знаю, что сделать с этим. Если вы знаете ответ, то, пожалуйста, пишите в комментариях. И я буду очень рад. Будете мне помогать хоть. Вот этот фриз. На нервы действует уже. Я на третьем месте. Кто тут на первом месте? А, вот тот рикошетик. И викинга рикошет. Вот. Хорошее сочетание. С этим сочетанием он быстро всех снесет. Ой, он тоже получил звонка. Уже две звонки здесь. Ну, поздравляем тебя, my life, my. Как это? My life, my story, UA. Хм, интересный ник. Это я знаю Саню, my life, my style. Но этот уже не my life, my story. Вот, ты опять огнемет. Ну все, я не могу так. Я больше, у меня нету ремочки. Поэтому у меня так дела в жопе. Давайте-ка врубим Дашечку. Здесь убьем тебя. Вот там тут смока. Нарная смока, которая сейчас решила не нарить. А ты кто-то, Винсик? Хочешь от меня избавиться? Нет. Но все-таки кто-то от меня избавился. Хочу поставить викинга. Как это там назвать? Рикошета, но. Не знаю. Я уже два танка поменял.
переоделся два раза, и сейчас не будет так-то уж интересно, если я буду еще один раз переодеться. Убил Гром! Вот засранец. Не знаю, следующее, какую же пушку сделать, М1, пожалуйста, если найдете правильный ответ, я сами не знаю. Если найдете правильный ответ, то пишите в комментариях, я буду очень рад. Вот тут. Давайте-ка. О, фриз. Опять этот фриз замораживает башню, а с финцем, если башня поворачивается очень медленно, это же ужасно. Это ужасно. Блин! Да рикошет, ты сбиваешь мне прицел. Ой. Ой-ой. Тут этот смока. Сейчас меня убьют. Точно кто-то меня сейчас убьет. Скажем, этот... Нет, Твинс или Рикошет убил. Ну, в общем, на третьем месте. Хотелось бы быть на втором. Если я сейчас буду немножечко нарить, то буду, наверное, на втором месте. Вот. Будет у меня двойной килл, не знаю. Будет... Нет. Все-таки одного убил. Ой, блин. Блин, надо этого убить, этот первый в первом месте. Не Дашечку вруби, взял. Убьем тебя сейчас. Кто тут у нас? Это, как ты там называешь себе? Рикошетик в викинге опять. На красочке там, металлик. Эх, где же, кого же можно тут убивать? Вот тебя. Вот тебя я побыстрее убью. Тебя тоже убью. И на третьем месте сейчас, если убью одного пацана, то буду на втором. Эх, давай, давай, Эльвина, да, ты должен сделать что-нибудь. А кто этот Гром в ДДшечке меня бит, пьет? Ох, муж, у меня одна ДДшечка осталась. Ну, надо избегать от Грома. Ну все, последняя ДДшечка. Потом я буду врубать ДТ-шечку, когда уже будет нужна ТАшка. Но все-таки давайте-ка убьем Шафтика. Этот засранец. Умри. Изи. Нет, лагает. Нет, не лагает. Но втором, да, на втором месте. 30 секунд я должен сдержаться. На втором, на первом я уже мечтать даже не буду. Вот тут давайте-ка ничего не врубим. Просто будем стрелять на них. Вот, уже добавили в друзья. Нет, я не буду добавить вас в мои в друзья. Я уже сказал, я только добавляю в моих преданных друзей. Не тех, которые это видят, что я хорошо играю, добавили в друзья, чтобы войти и в мою команду и утащить фонд. Ой, блин, что ты делаешь? Вот, хоть тебя убил я. И битва у нас закончилась, на втором месте я закончил. Заработал я 154 кристаллов. Вот тут у меня в друзья. Нет, я тебя не буду добавить в друзья. Тут у меня. Что у нас в месте Уфа. Ну, в общем, я потом добавлю тут нескольких друзей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Желаю вам удачи в игре, в жизни. Всем пока. До новых встреч!